Всем привет, с вами, как обычно, Элла Дезертир, и сегодня у нас что по плану? Сегодня у нас по плану поздравить вас с наступающим Новым Годом, пожелать вам всего наилучшего, дорогие друзья, в этом новом 2016 году. Да, сегодня вы от нас услышите поздравлялку, и кое-кто из нас, а может быть мы оба, раскроем наши планы о наших каналах. Что, с тебя поздравления первым или с меня? Ну, давай уж, ладно, раз ты так прям нервничаешь прям по поводу Нового года, потому что он уже вот-вот наступит. И я что хочу сказать, ребятки, рады, что вы смотрите нас, рады, что вы приходите к нам на каналы, что вы оставляете свои чудные комментарии, что вы как-то живете жизнью канала, это очень радует, это очень классно. Чего я хочу вам пожелать? Я хочу пожелать вам удачи в Новом году, счастья, любви, понимания и всего наилучшего, что только может с вами произойти. Ну, и, естественно, не забывайте приходить к нам и радовать нас своими появлениями. Это нас очень поддерживает и очень классно, что вы этим занимаетесь. В любом случае, лично от меня, вы в этом году увидите не очень много, но, в принципе, все будет как всегда. Это будет все тот же StarCraft и какие-нибудь интересные прохождения. Ну, а все остальное, я думаю, приложится. Какой ты поздравительный человек. Да. Ладно, друзья, с Новым годом вас от меня. Желать я вам ничего не буду, а лучше поставьте... Да, вот такой вот я. А лучше поставьте цель в новом году и идите к ней. Это будет намного лучше, чем всяких желаний и пожеланий. Ну, во всяком случае, я так считаю. А планы о моем канале в 2016 году раскрывать не буду, ибо их нет, как всегда, как и в прошлом. Вот. Да-да-да, в прошлом, между прочим, они были. Ну, они там... Кто-то там, по-моему, их просто немножко... Подзабыл, да. Впрочем, я тоже там накосячил, но ладно. В любом случае, надеемся, что в этом такого не будет. Я все-таки объясню, почему обещать вам ничего не буду, поскольку работы полно, и поэтому сжираю большую часть времени. Но обещания я выполнять не люблю, поэтому я вам ничего не буду обещать, еще раз повторюсь. Ну, скорее, ты не любишь выполнять обещания, просто не любишь их не выполнять. Да, вот, спасибо. Я очень согласен, то, что действительно, что Элка, что я, мы сейчас, к сожалению, очень сильно заняты работой, поэтому, к сожалению, на канал остается мало времени. Это очень обидно, хотелось бы больше, но сколько есть. Да, время? Поэтому стандартно от меня, если вы вдруг увидите на вашем имейле, что «О, Элкин сейчас стримит, живо бегите, смотрите, наслаждайтесь». И то же самое с видео. По мере возможности мы, точнее, я их буду выпускать. Вот. Да. Как-то так, товарищи. С праздником еще раз. И до встречи. Ну, увидимся в следующем году, ребята. Надеюсь, что все будет у вас хорошо и у нас хорошо. Тогда будет у всех все классно. Всем пока, ребят.